Ребятушки, мне кто-то написал в комментариях, что, мол, я сам сказал, что я не разбираюсь в Махаянщине. Ну как бы, а зачем мне в дерьме разбираться, ребятушки? Мне достаточно распознания. Это ложные воззрения. Вот и все. А все те, кто предают учение Будды, всякие там тибетцы, например, они заслуживают того, чтобы быть уничтоженными, чтобы их страна была уничтожена. Так и произошло. Глупые люди сами с собой делают плохо. Вот и все.